ие болмайды дегенмен Өзбекстан астанасындағы кездесудің есебін еске түсіретін болсақ, дәл қазіргі кездесуде жеңіске жету Қамшыбек Қынқабаев үшін де, арландар үшін де, жанкүйерлер үшін де үлкен маңызға ие. Я, Асхат, мен сенің жаңағы бір сөзіңмен келісемін. Біздің қазақ боксшылары өзінің дебюттік кездесулерінде жарқын өнер көрсетуде. Дәл осы тұста мен бүгін ғана мәресіне жеткен Қытайдағы халықаралық турнирде топ жарған өзінің осында үлкен жоғары деңгейдегі халықаралық турнирінде алтын медальға ие болған Абылайхан Жүсіповтің жарқын жеңісін атап өткім келіп отыр. Себебі осындай жас көрермендеріміз қазақ боксының әлемдегі қауқарын, әлемдегі күшін, әлемдегі басымдығын күллі әлемге паш етіп жүр. Олай болса, біз өз боксшыларымызға сенеміз. Арландар биыл қалайда өздерінің чемпиондық атағын қорғап қалуға тырысады. Иә, біздің бүкіләлемдік бокс аренасындағы басты қарсыластарымыз бұл кубалық боксшылар және ресейлік боксшылардың да кубалықтардан бір мысқылда кем түспейтінін білеміз. Сол секілді Украина атамандары бар және Ұлыбритания боксшыларының мықтылығына куә болып жүрміз. Сол секілді міне бүгінгі кездесуде біздің қарсыласымыз болған осы бүкіләлемдік бокс сериясында алғашқы рет өнер көрсетіп жүрген өзбек жолбарыстарының да мықтылығын білеміз. Олай болса, дәл қазір демімізді ішке тартып боксшымызға, арланымызға, Қамшыбек Қынқабаевқа жанкүйер болайық. Бұл аса ауыр салмақтағы кездесу кез келген соққымен мәреге жетуі бек мүмкін. Әзірге Қамшыбек қамшыны басып шабуылға бірден ұмтылып жатқан жоқ, дегенмен қарсыластың қорғанысын қалай бұзу керек екенін Мұржо Хиджонның қолбағын түртіп-түртіп байқап көруде. Дәл осылай біз жойқын соққылардың дайындалатынын білеміз. Қамшыбектің назарынан бүгін кездесуде қалайда жеңіске жетемін деген ойды қазір кез келген жанкүйер ұғып тұрған секілді. Міне, және бір соққыны жұмсады біздің арланымыз. Қамшыбектің жасы 24-те, бұған дейін Қазақстан чемпионатында бірнеше рет өнер көрсеткенмен, алайда бас жүлдеге жете алмады, дегенмен жүлдесіз қалған сәтін біз байқамадық. Өзбек боксшыда құрдас Қамшыбекпен, ал енді қош 24-тің қорытындысы қалай болатынын көрейік. Әзірге біздің Қамшыбек өзіне үлкен сенімді, кез келген сәтте Мұржа Хиджонды сұлатып түсіруге дайын жүр. Мұржа Хиджон өзбек жолбарыстар сапындағы ең тәжірибелі боксшылардың бірі.
жерде ешқандай соққыда дарып жатқан жоқ қос боксшы. Әзірге шаршап қалмауды көздейтін секілді кезесу соңына дейін. Осы аса орталмақтағы қазақ боксының бүгінгі жетістігін атап өтуге тиіспіз. Біз бұрындары бұған дейінгі олимпиада ойындарында, әлем чемпионаттарында дәл осы аса орталмақта жүлдеден үмітті бола қоймайтынбыз. Себебі көбіне біз жеңіл салмақтарда олжалы қайта оралатынбыз үлкен додалардан. Ал міне соңғысы кездерде міне біздің боксшылар бізді аса ауыр салмақтағы жеңістен дәмелі қып қойды. Олай болса Иван Гучко бастаған біздің жігіттер халықаралық турнирлерде Қазақстан қоржынына жүлде келеді деп сенейік. Ал қазір екінші раунд басталды. Әзірге өзбек боксшысы алға ұмтылғысы келеді. Бірақ ара қашықтықты әдемі сақтап жүрген біздің Қамшыбек жақында тар емес қарсыласын. Қарсы шабуылда бүйректен түйіп қалды. Нұрлан Ағырбек Мұрзаның да біз жүзмен алғашқы кездесулердегі әбір жүді байқамай отырмыз. Сенімді өз шәкіртіне. Бұған бапкердің көңіліне серке өтсіруге Қамшыбекті себеп беріп отқан жоқ. Олай болса қазір кездесу мезгілінен бұрын аяқталмаса да Қамшыбек жеңіске жетуі тиіс. Мырзахиджон Абдуллаев дәл қазір шабуылға шығарын не қорғанарын өзі де түсінбей жүрген секілді. Біздің боксшыны аңдып бағуда, дегенмен жанкүйерлердің қиқуынан қуаттанған Қамшыбек әзірге қамшы салдырар емес. Ағырбек бапкердің қолыңды көтер дегенін анық естідік. Қолды түсірме, қорғаныстыға мығым бол, өз соққыңа берік бол деп шәкіртін қайрауда. Бұл тұрғыда біз өзбек бапкерлерінен мұндай белсенділікті байқап отырған жоқпыз. Тулкин Қылышев бапкерде шәкірттерінің жеңілісіне көнген секілді. Ширек финалға шықса өзбек боксшылары ресейлік бокс командасымен кездесетін болады. Ал біздің арландар өз шаршы алаңында венесуэлалық қарсыластарын қабылдайтын болады. Демек біздің Нұрлан Ағырбек бастаған арландар жеңісті жолды күннен-күнге жақындатып келе қан секілді. Асхат, өзіңізді міне Қамшыбектің жеңісімен дәл қазір басымдығымен бір құттықтап қояйын. Жеңістің ауылы алыс емес секілді. Сәкен
мы наблюдаем заключительный поединок в супертяжелом весе до 91 килограммов. Камшыбек Улкабаев встречается с Мирзахиджоном Абдуллаевым. Завершился второй раунд. Наш боксер ведет в счете. К нам присоединился эксперт. Эксперт, неоднократный чемпион Казахстана, призер чемпионата мира среди юниоров, начальник команды Астана Арланс Рустам Аргибаев. Рустам, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер всем любителям бокса. Сегодня мы с вами наблюдаем, следим за поединком, за поединками между нашей командой Астана Арланс против узбекских тигров. Мы ведем со счетом, получается, 3-1 сейчас. И нам нужна победа в этом бою, чтобы выйти с первого места. Да, я вот хотел бы сделать объявление, что ввиду неявки нашего боксера, всемирная серия бокса присудила поражение и минус одно очко сейчас в копилке нашей команды. И поэтому нашей команде необходимо одерживать победу в этом поединке. Камшыбек Кункабаев очень близок к тому, чтобы победить в этом поединке, но пока об этом говорить еще рано. Идет третий раунд. Немножко убаюкал своим темпом медленным Мирзахиджон Абдуллаев. Видим, насколько Камшыбек имеет преимущество длинных рук. Он достает своего соперника, бьет в печень, по корпусу. Абдуллаев тоже как-то действует от обороны. И видим, что пока эта стратегия не приносит плодов узбекской команде. Хотелось бы, Рустам, спросить, вот за счет чего вот может Кункабаев вот победить в этом бою? Да. Победить в этом бою, ну, наверное, все здесь, даже не понимающий бокс, видят, что данные у нашего спортсмена получше, он повыше, побыстрее. Он показал чуть-чуть, был легче, чем его соперник на взвешивании. Поэтому, я думаю, все за нашим боксером. Просто надо проявить характер, включить все свои умения. Я надеюсь, все будет отлично. Что хотелось сказать о узбекском боксере. Боксер, ну так, мягко говоря, неординарный. Во-первых, он левша тоже. Во-вторых, такой он невысокого роста, что тоже, если честно, между нами, я вам как тяжеловес скажу, доставляет какие-то неудобства, да, в боксе. Узбекская школа бокса заключает в себе... Это такая закрытая стойка, да, они перекрытые постоянно на протяжении всего боя. Поэтому такой вот кругленький парень, невысокий, ну, довольно-таки неудобный. Хотя я знаю, он такой неплохой, хороший боксер. Он, если я не ошибаюсь, он даже первый номер сборной Узбекистана. Он боксировал на чемпионате Азии, на азиатских играх. Я видел. Ну, наш боец ведет, чему я очень рад. Ну, а Абдуллаев всегда так... Да, вот видим, что Кункабаев ведет в счете. Очень пока тяжело загадывать пить наперед. Мы знаем, что это спорт, всякое это может быть. Да. Знаем, насколько тем более в тяжелых весах бывают сокрушительные удары и в последних раундах. Но, конечно, надеемся, что Камшыбек доведет этот поединок до победы. Видно, что ему гораздо легче действовать в этом на ринге. Видим, насколько он предлагает этот темп, такой немедленный темп предлагает Абдуллаеву. И видно, что Мирзахиджону тяжело действовать. Надеется Мирзахиджон на какой-то удар, но он тоже не достает до нашего боксера. Руки мешают, они длинные у нашего боксера. Да, из обороны прям так взрывается вот так Мирзахиджон. Хотелось бы сказать, что если в этом поединке Камшыбек одержит победу, то нас ожидает четвертьфинальный поединок в конце апреля, который, возможно, пройдет где?
в Шымкенте в 20-х числах, где-то 21-23. Да, мы знаем, что Шымкент является фартовым местом для команды Астана Арланс. В прошлом году дважды команда Астана Арланс проводила поединки в этом солнечном гостеприимном городе. И два раза мы добились победы довольно-таки уверенно над хорошими соперниками. Любят Шымкенте бокс, любят бокс и в Усть-Каменогорске. Да, очень. Насколько я помню, Рустам, Петропавловске зазывали всех прийти на бокс в Усть-Каменогорск. Видим здесь аншлаг, полный зал, билетов уже не было. Я видел, как на моих глазах зрители пытались купить билет и говорили, что билетов просто нет. Невозможно попасть. Это радует, насколько в регионах любят команду Астана Арланс. И в целом, вот, с точки зрения, вот, как руководство команды Астана Арланс, хотелось бы узнать ваше мнение. Насколько вот оправдано и чувствуете эту поддержку и любовь болельщиков в регионах? Очень чувствуется. Что хотелось бы сказать. Как неоднократно, наверное, говорил наш генеральный директор Серик Сапиев, в этом году мы выбрали такую стратегию в виде популяризации бокса в регионах. Вводить спорт в регионы, а именно наш бокс, нашу команду. Ну, вы видите, люди очень рады, как болеют. И, если честно, я хотел бы сказать большое спасибо всем болельщикам. Потому что, да, я сам, когда боксировал, поддержка очень сильно влияет, очень сильно помогает. Поэтому большое спасибо. Возможно, соперником команды Астана Арланс в четвертьфинале будет казаки Венесуэлы. Да, вот если другой сценарий, если, насколько я понимаю, если давайте не будем его рассматривать, но насколько я знаю, мы занимаем второе тогда место в том случае, и нам предстоит боксировать против команды Куба Домодорес, которые заняли первое место в своей группе. Насколько знаем, что кубинцы имеют право провести поединок у себя дома, четвертьфинальный поединок. Хотелось бы, чтобы в этом году политика пропаганды команды Астана Арланс бокса, всемирной серии бокса в регионах продолжалась и дальше. Мы знаем, что Шымкенте, да, любит бокс, и надеемся, что команда Астана Арланс в конце апреля проведет четвертьфинальный поединок с командой казаки Венесуэлы в городе Шымкент. Ну, в целом, хотелось бы узнать мнение Рустама. Такая разница в весе, вот в тяжелых весах, она допустима, да? Вот, допустима. С точки зрения именно превышения, да? Да. Знаете, я бы хотел сказать, что после 90 килограмм такой большой ощутимой разницы веса не чувствуется. Там 10-20 килограмм как-то все равно они, я не знаю, сжимаются, что ли. Это все равно, что, знаете... Вот если поставить боксера 52 килограмма и 56, там будет разница очень ощутимая. Почему-то, но супер тяжелых весах такого нет. Там, я не знаю, или как-то психологически заведомо заранее выходишь. Но, как-то так, знаете, вот мне нравится наблюдать за, именно за супер тяжелой категорией. У меня с самого начала такие мурашки по телу и... Знаете, мы понимаем, вот, Рустам, да, насколько вы переживаете, сам... переживаете, да, за боксеров. И напомню, что мы наблюдаем сейчас пятый раунд заключительного поединка в супертяжелом весе. Я до этого сказал, плюс 90, до 91 килограмм по привычке. Да. Это плюс 91 килограмм. Камшибек Кункабаев боксирует с Хижоном Абдулаевым. Пока по итогам четырех раундов наш боксер лидирует с уверенным счетом 40-36. Надеемся, что и в пятом раунде наш боксер одержит победу и подарит Шымкенту четвертьфинальные поединки. Да. Спасибо большое, я тоже на это надеюсь. Что бы от себя хотел бы добавить. Всегда и везде точку ставит супертяжеловес. Поэтому сейчас самая большая ответственность все-таки на Камшибеке. Потому что мы боксируем дома. И как отбоксирует он, останется последнее впечатление. Поэтому я желаю удачи ему. Я думаю, вот здесь сейчас начался пятый раунд. И наш боксер, я считаю, выбрал правильную стратегию. Не надо с ним драться, он опережает его. Когда тот идет на сближение, он просто
ну, так, мягко говоря, вяжет его. Хотелось бы, я думаю, что команда Астана Арланс, она одержала победу в сегодняшнем поединке с счетом 3-2 уже. И хотелось бы... 3-3, прошу прощения, 3-1. 3-1. Со счетом 3-1, да. И хотелось бы сильно, что эту победу, наверное, наверняка боксеры посвятят неявившемуся боксеру, который по уважительным семейным обстоятельствам вынужден был покинуть расположение команды. Ну, в целом бы, конечно, вот надо дать должное боксерам. Я уже говорил о том, что молодцы собрались. Переговорили с ребятами, сказали, что надо боксировать, что ответственность еще больше. Но я бы не хотел сейчас развивать эту тему. Я думаю, потом, после всего, наш генеральный директор Серик Сапиев сам сделает объявление. Но там все болельщикам хотел бы сказать, что очень уважительная причина, поэтому не судите строго. Рустам, хотелось бы отметить, что команда Астана Арланс показывает себя действительно коллективом, дружным коллективом, сплоченным, и это радует. Радует, что в принципиальнейшем поединке команда смогла в трудную ситуацию взять себя в руки и дать бой, и выиграть сегодняшнюю команду из Узбекистана. Міне, бүгінгі кездесудің соңғы раунды, соңғы минутта, соңғы секундтары сырғып өтуде. Әзірге біздің боксшымыз өзіне берік, сенімді. Жанкүйерлердің нокаут, нокаут, құлат, ұр, сұлатып түсір деген жанайқайын, қиқуын біз мына жерден жақсылап естіп отырмыз. Бұл өз кезегінде Қамшыбекті қамшылап жатқан анық. Нокаут болмаса да, дәл осы кездесуде біздің боксшымыз айқын басымдықпен жеңді деп сенеміз. Ал дегенмен төрешілердің қорытынды шешімін күтейік. Біздіңше бұл кездесу Қамшыбек Қыңқабаевтың басымдығымен, белсенділігімен өтті. Басқа емес, өзбек боксшылар, жалпы өзбек спортшыларын ұту біздің қазақ спортшылар үшін үлкен мәртебе, жанкүйерлер үшін абырой. Ендеше, құрметті көрермендер, өздеріңізді осындай арландар сенаға сыйлаған біздің жігіттер тарту өткен жарқын жеңіспен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Дәл қазір соңғы шешімді күтейік, әліптің артын бағайық. Бұл кездесудің қорытындысына қарамайық, бүгін арландар жеңіске жеткенін, Д тобында топ бастап тұрғанын және бір мәрте естеріңізге сала кетейін. Бірінші төреші 50-45, екінші төреші 50-45, үшінші төреші 50-45, сонымен жарқын жеңіс Қамшыбек Қыңқабаевтың еншісінде. Құрметті көрермендер, осындай жарқын жеңіс сыйлаған арландарға қолдау білдіргендеріңіз үшін уақыттарыңызды қиып, хабар арнасының тікелей эфирінен арландармен өзбек жолбарыстар арасында кездесуді тамашалаған үшін, тамашалағандарыңыз үшін сіздерге үлкен алғысымыз шексіз. Мен бүгінгі шығармашылық топты таныстырып өтейін. Продюсер Асхат Жакаев.